Я управлял отделением из 4 человек. Наша задача была уехать на восток и, выявив направление атаки врага, заехать им в тыл. Нанести им максимальный урон и не подпустить их к нашим городам. Скат один на дальний. Блять. Быстрее. С северного триггера заберут ЕК. Я все скинул. Кустиков заводи и бросаем. О, влево, влево, да-да-да, дерево шикарное. Ага. Говорит скат, у нас контакты. У скатов опять контакты. Там так открыто все, хер его знает, куда там ехать. Или идти. Ну, что на хаммере подъезжает? Все равно свою яму там оставили. Далеко. Говорит, скат, у нас очень много контактов. У скатов, говорит, очень много контактов. Много контактов, у нас контакты, плюс ЗСУ по нам работает. Нормально, заходим туда. Поставил метку на танк. Юго-восточнее метка С. А выпись есть, тварик? А, вон там. Можем танк. Мы попробовать? Попробуйте. Принято. Понял. Ярче, ты как-то? Чего? Я обновляю по мере движения. Все, они не украли моцик. Понял, понял, сейчас попробуем. Бежал. Пока нет. Он серьезный. Говорит, кат! Говорит, кат, поедем на черном машине, на запад уезжаем. Скаты отступают на запад. Там МКшка еще подъехала между АЭСами. Миномет наш. Хаммер стоит вроде слева. Ага, СМ-2 на юге, Хаммер СМ-2. Башни крутят. Третья дальняя. Понял. Ну, в город заезжаем. Давайте. Вертушка летит с Эдер. Нет. Нет. Пойдем. СПГшка, походу, захвачена. Изушка. В спине, блин. А, вижу, перед нами сидят. А где были пуски? Это все-таки пехота. Одного убил. Зушка наша? Ярче, ты сказал, Зушка наша. Я спросил. Вряд ли, а если она из-за синего стреляет?
Можете если разобраться с ним? Если она бежевая, то вражеская. Сейчас подойдем. Ты подходишь к ним, что ли, или что? Угу. Тебя Зушка там не увидит? Не по тебе? Харек. Я их ранил. Минус Харек. Сдвиг делаем. По возможности. Уходите на звук по возможности. Раз. Зушку отсажили. Убили в тылу, нет? Подними трупу, Айдар, иди сюда. В тылу еще нет, не убивали, мы Зушку отняли. Хорошо. Можем на ней поехать. У нас тут пехота. Харька убили. Сейчас там точно нет. Это мы, да, мои. Я понял, понял, понял. У меня контакт ближний. Убил. На юге от меня тоже есть. Дал метки. Работает? Если там никого своих нету. Я на горе Харька. Угу. Здесь оптика есть, если надо кому-то. Лори, да, на связи. Лори, остался один, ухожу за ВМ. Скаты живые? Да, еще живые, отстреливаемся на востоке. Они с востока от вас или где? С востока, прям метка стоит. Принято, мы им спину заходим. Ну и там маленький город. Я вижу Харька. Давайте вот эту зеленку прочистим. С этой зеленки стреляют по скатам. Сейчас посмотрю. Слева, справа, где он там? Бля, ну это сложно объяснить. Правее, ближе к моей горе. Идет в мою сторону. Айдар, ты заходил в лес? Нет. Нет, я у тебя здесь. Ты да, что? А, это ты что ли? Потеряли два бойца. У нас в левом кто-то лесу есть. Ты успугнул, блин. Левом? Да. Слева, с левого края леса. ГПшки смотри. Нет, еще левее, на 180 прямо. Там тоже был чел. Ты мало, где взрыв? Там же. Поставил у нас триггеры окрестности. Значит, чистим тихонечко. Правый лес чист. Блять, на 250 чел сидит в поле. Шейтан, не смогу тебе помочь. Не надо, живи. Бля, не вижу его. А семерки на связи? Семерки с меток, семерки ЗУ и семерки с ПГ, а то и связи. Навесом ему, блядь.
прокатился. Убил кто одного СВДшника еще. У тебя там с пулеметом, да? Откатился. Пошел. Ставишь метку, я прицел свечу. Что это? Это не я. Давайте кто-то высоко, а что еще? Это он по тебе? Это уже по мне, да. Бля, я из-за домов не вижу. Вижу его. Может, не его. На взрыве гранаты. Это правый лес. В лес пошел, сейчас буду. Он по тебе перестал стрелять? А, я вижу. Он уходит на 300 в лес, другой, через поле. Я слышу этот лес. Бил, пулеметчик. Тут в моем лесу у хаммера, белый хаммер стоит с пулеметом. Скаты живые? Надеюсь, мы своих не постреляли, тут труп своих. Ну, я сюда не работал. Туда Зушка работала. Тише. Повтори про триггер. Танк пошел на западный триггер. Принято. Мы зависли. Танк на западный триггер там пошел, говорят. Стоит туда, мы с тобой двигаемся на точку 4, за 4 зеленые. Видишь, как мы уже в следующий лес прибежали? Давай аккуратненько движение продвижение. Только пиздец. У них рация работает. Их двое осталось. Хорошо слышно? Да, отлично слышно. На всякий если след, у нас сдача 4, 5, 6 точки продвинуться к красному. А нет, кто? Враги. Ну, которые влево или вправо? Ну, с которого я рацию подобрал, я не знаю, с пулеметчика. Который по Айдару зажимал. Они там двигаются по каким-то точкам, дальше, скорее всего, к триггеру идут. А, мы поменялись, то есть Айс скинул рацию мне, потому что он уже все солдый. Я понял. Мы продвигаемся, метки ставим. Принял. Мы параллельно сейчас. Они двигаются там куда-то. Повторяю еще раз. Сонные, говорят уже. Триггер ФНСов враги. Это наш, кстати, ближний к нам триггер. Похоже, выиграл. Точно или похоже? Вижу их, кажется. Попадание потом. От меня юг. Дал вам метку. За поле туда уже уходили. А, вижу их, вижу. Сейчас точка 4, 4 зеленая, чистая. Продвигаемся на точку 5 и 6. Прям передо мной.
на 220. Мак, повтори, если точка или уже чисто? Если чисто. Так, я не вижу, куда он дальше пошел. Все, Мак, выдвинулись из дома. Принял. Кто-то там вышел из дома и тоже двигается. Мои нет, насколько я знаю. Дом с забором высоким. Там седьмые уже не отвечают, блин, надо идти в этот триггер долбанный. Кто будет заходить в южный триггер, предупреждайте. Восточный триггер у нас на связи? Восточный триггер у нас уже не отвечает. Погнали, отвечу. Задумал, что я тебя догоню. Вижу, идут двое передо мной. Принял. Тел огонь! Тел. Убил двоих. От них справа, то есть от нас с севера, от них кто-то еще есть из союзников. У нас я сильно ранен, с тыла отвлекнулся. А он говорит, раненый, ты охренел что ли? Азиму 20. Все, убил четверых. Они сдохли все. Все, последнего. Да, последнего. Вот так и не осталось пехоты. Миссия завершилась нашей победой. Отличный способ следить за информацией на канале – это вступить в группу ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании под видео.